Привет! Это абусы, однорядки, двухрядки, французские брикарды. Ну, это копия Чизе Астрал, однорядный абус, еще один брикард. Чизе Астрал. В общем, все цилиндры с похожим профилем. На все эти цилиндры есть универсальный декодер. Сразу показываю, насколько он маленький. Он помещается просто в ладони. Очень маленький. Единственное, здесь прикручивается вот сбоку натяжитель. Ну, для, короче, нагружатель. Натяжитель, нагружатель. Манипулятор тоненький, игла тоненькая. Соответственно, ну, ребро жесткости у нее небольшое. И тут рукоятка сделана специально. Прям для пальца. Вот буквально двумя пальцами работаем. Вот так. Легко-легко. Что натяг, что манипуляция, делаем очень легко. Ну, это не самый лучший инструмент, но он самый маленький и очень универсальный. В зависимости от фирмы, там, например, там какой-то абус будет легко открываться, или там брикард легко, чиза будет тяжелее открываться. То есть в зависимости от замков, какие-то будут легче, какие-то будут тяжелее. По-разному. Ну, соответственно, и от того, умеет кто-то работать или не умеет, конечно, зависит тоже. Вставляем до упора. Заводим манипулятор. И очень легкая, легкий натяг, легкое нажатие. Это был брикард французский. Сейчас попробуем. Ну, обычный однорядный абус. То же самое, очень легкий натяг.
общем, так, не буду я долго терять время. Как я говорил, ну, не самый лучший инструмент, потому что есть инструмент, ну, удобней. Ну, он больше, дороже и так далее. Но в чем плюс? Универсал, много где подходит, очень маленький, буквально помещается в ладони. В общем, цена будет на него на сайте, телефоны, ссылки, все. Все будет на видео. Пока.